Мы очень долго ждали этого праздника и готовились к нему. И мы очень рады, что наконец-то эта самоизоляция закончилась. Пандемия коронавируса сдвинула времена года. Из-за нее праздник весны на Врез пришлось перенести на лето. В июле его воссоздали в Севастополе. Одна Врез – это дервизы, это название праздника в Севастополе. В программе представлены не только крымско-татарские танцы и песни, по которым мы так скучали. Сегодня здесь собрались представители различных фольклоров. Предлагаю окунуться в атмосферу праздника. Несмотря на снятие противоэпидемических запретов, ряд ограничений остается. При входе замер температуры и дезинфекция рук. Все по требованиям Роспотребнадзора. Организатор мероприятия Диана Асанова делится. К празднику готовились долго и усердно. Мы вот пригласили всех на нашу многонациональную программу. У нас сегодня 245 только участников творческих коллективов. Но традиционно в эти дни Навреза мы показывали свои достижения, чего мы достигли в течение года. На сцене неповторимый многонациональный колорит. Творческие коллективы Севастополя представили крымско-татарский, русский, еврейский, азербайджанский, чеченский, узбекский и другие народные танцы. Зрители в восторге. Яркая программа не оставила равнодушными даже самых маленьких гостей. Сусана Усейнова рассказывает, очень скучала по таким мероприятиям. Порадовали за всех и привели сюда детей, чтобы они посмотрели и радовались вместе с нами. Благодаря профессионализму артистов окунуться в атмосферу весны и получить невероятные эмоции смогли все гости праздничного концерта. Ленуза Бурсиитова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».